Ну вот она наша троица, красотулечки, шпицулечки, детки. Сегодня было у нас, были спа-процедуры, купание, расчесывание, да, детки. У нас сейчас находится в периоде линьки, поэтому уход должен быть таким колоссальным, потому что нужно щенячку вычесывать обязательно для того, чтобы шубка потом была красивая, здоровая, прекрасная, да? Вот так вот. Сегодня мы чудесно провели время купания, сушки, подрезания коготочков, да, вообще отличненько. Я снимала уже видео, вы посмотрите. Да, так прибежали сюда, здесь у нас еще шарики от праздника. Ребятки мои, вот, веселые, бодры, все чудесно, все прекрасно. Молодцы, вели себя просто потрясающе. Итак, наши детки предлагаются для продажи в семью, для любви, для души, обожания, целования, радости и счастья в вашем доме. Так, у нас предлагается две девочки и два мальчика. Девочки — это малышка Плюша шоколадного окраса, вот эта девчоночка, красоточка. Вот так, вот так, вот так нам хочется, да, посмотреть на себя красотку, как девочка прям. Далее девочка Пандора, окрас бело-шоколадный. Вот эта девчоночка, шикарная шуба, просто бомба. Пока девочка предлагается, пока. Я пока в раздумье. Ну, пока предлагаю девчоночку в продажу. И вот этот гномик, кнопик, малыш, малыш, масенький, масенький малыш по имени Версаль. Он просто вот крохотный, крохотный малыш. Но с таким характером, ну, такой он смелый, активный, шустрый, выдержанный, крепкий мальчик, но маленький, маленький, маленький такой. Детки, напоминаю, сейчас в линьке. Сегодня повычесывала все, все хорошо. Да, вот так вот. Вот смотрите, какая шуба. Несмотря на линьку, у Пандоры вообще шикарная шуба. Шикарная. Прям это видно, когда ты вычесываешь. Видно, да, там как. Все, побежала уже. Куда? 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 Давай, спускайся, солнышко. Нет, не надо. Не надо туда залазить. Вот, поэтому деточки наши имеют, как и каждый из наших щеночков, имеет документы, клеймо, полностью привиты, приучены к спа-процедурам. Не надо куколки кусать. Зашли к дочери в комнату, у нее тут шарики, да, ну, чтобы нам никто не мешал, хочется, чтобы именно только они были, вот, на экране. Такие замечательные мои малыши предлагаются в семью. Ждем мамочек, папочек. Так, так, так. Плюшенька, ты уж чересчур такая шустрячка, конечно же. Воду любит, полезть куда-то любит. Прям вообще шикарный ребенок. Так, ну что, сегодня, я думаю, смотрите наше видео выше. Спа-процедуры моих малышей прекрасно все себя вели, просто, ну, замечательно, что говорить. Я очень стараюсь отнестись к этому с большим вниманием. Почему? Потому что это очень важно в дальнейшей жизни для собачки, для новых владельцев, когда собака себя ведет хорошо на грумерском столе. Когда собака хорошо себя ведет в период купания, вычесывания, стрижки, да, и всего остального. Потому что Плюшенька уже залезла на кровать. Вот же ж шустрячка. Потому что это очень важно. Я вам это точно могу сказать, так как заводчик я с большим опытом и стажем, и когда сложно собачку вычесать, она не стоит, а куда-то бежит, покусывает, просто вот извивается, дергается. Это достаточно сложно. А порода такая, что предполагает, что нужно вычесывать, нужно приводить в порядок, то есть нужно посетить грумера, либо это вы сами будете делать. И это очень важно, очень важно. Потому что есть у меня уже опыт, и есть у меня красавчик, который прибыл к нам и совсем ничему не приучен. И я вам скажу, что это большущая проблема. Большущая проблема, что
собачка не приучена, у меня уходит очень много времени, пока я его приучила, и до сих пор мы с ним боремся, да, но ничего, нас не сломает ничто, поэтому я всегда считаю, что... Плюшенька, давай, выходи туда, оттуда. Считаю, что всегда нужно собачку приучать всему, всему, всему. Она должна поехать в новую семью, уже готова ко всему. Чу-чу-чу-чу-чу. Поэтому уделяю этому вопросу много внимания, так как это очень важно, да. Плюша. Плюш. Хочется, чтобы новые владельцы наших деток просто радовались, чтобы все у них получалось, да, чтобы собачки были приучены и научены, и воспитаны, в общем, умели все, чтобы приносили только удовольствие и радость, а не заботу, проблему, переучивание, снова научить, снова что-то нужно сделать. Вот, поэтому я за своих выпускников всех просто, ну, горжусь, да, потому что я уделяю этому внимание. Потому что это важно. Я знаю по себе, что это очень важно, и как сложно, если собачка чему-то не приучена, так как это, ну, это доставляет некие проблемы, да. Так что вот так. Так, ну все, я уже, наверное, сегодня рассказала много о них, показала их с разных сторон, и гуляли мы были немножко замурзанные, ну, потому что мы на улице, мы собачки вольные, гуляем, дышим свежим воздухом, развиваем мышечную массу, мы вот просто прогулки в любое время, в принципе, ну, потому что собака есть собака, она будет гулять, естественно, с вами в любую погоду, поэтому мы также этому все приучаем. Купались мы сегодня, сушились, все показала. Кому интересно, кто заинтересовался нашими детками, шпицульками, пожалуйста, обращайтесь. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Доставочка у нас есть в любую точку мира, но все же все обсуждаем с вами, поэтому нужно обратиться, если вас заинтересовала какая-то из моих собачек. У каждого есть имя. Для того, чтобы мы понимали с вами, о ком идет речь. И, конечно же, все обсудим, все я вам расскажу и покажу. Напоминаю, что вот эта красотулечка Плюша, девочка шоколадного окраса. Далее девочка, вот эта бело-шоколадная, это Пандора, красоточка, пока предлагается. И малыш Версаль. Версальчик! Версаль, зайка! Малыш Версаль, маленький-маленький мальчик. Рекомендую в семью без маленьких детей. Мальчик такой маленький-маленький. Таким же он и останется. Сейчас наберет свою шубку и будет таким красивым маленьким шариком. Поэтому, кого интересуют шпицульки, пожалуйста, обращайтесь. Живем мы в Крыму, в городе Евпатория. Доставочка у нас есть по всему миру, но опять же все обсуждаем. Ну, потому что бывает по-разному. Все вопросики в личные сообщения, всегда рада общению с хорошими людьми, с людьми, которые действительно решили, обсудили все дома со своими родными, близкими, что нам действительно нужен, и мы ответственные люди. Конечно же, мы будем обсуждать доставочку вместе. Стоимость щеночков, все вопросы в личные сообщения, у каждого щеночка своя цена, своя стоимость, поэтому если вас действительно это интересует, пожалуйста, переходите по Viber, WhatsApp, Telegram, по телефончику под видео и интересуйтесь. Дети имеют документы, клеймо полностью привиты, как и все наши щенки, готовы переезжать, карантин пройден, все уже пройдено, воспитанные, шикарные дети. Вот, пожалуйста, вот такие замечательные. Папа, мама у нас тут, ставлю в конце папу, маму, ну, так, чтобы была полна картина для вас. Ну, я уже показывала, конечно, ну, возможно, чтобы кто-то не искал там какие-то видео, ранее выложены, я вам покажу.
Вот так вот мы дружно, активно гуляем. Все, у кого есть вопросики, пожалуйста, пишите. Ребят, ну, чуть-чуть поспокойнее, чуть-чуть. Они играют, да, ну, возможно, кому-то покажется, что это не игра, а драка. Нет, они играют, все в порядке. Стараюсь всех воспитывать в дружественной обстановочке, ну, потому что это очень важно. Вот такие замечательные наши ребятки в поиске мамочек и папочек. Пожалуйста, обращайтесь, кого заинтересовали наши детки-шпицульки. Зайки!